Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя-легенды. Так, заберем свои ежедневные награды. Быстренько сбегаем в магазин. Так, бесплатно. Забираем. Так, крысиный король нам выпал. Это ерунда. Так, дальше что? А дальше мы пройдем с тобой серию испытаний. Не вижу никаких препятствий. Тем более здесь у нас короткий поединок. Я возьму сюда Донателло. Так, уже голового Леонардо. И, пожалуй-ка, наверное, Усаги. Ну что, погнали. Так. Ну, две волны здесь будет. Первая волна с Бакстером. Я думаю, что надо его заблокировать. Двойная атака будет? Будет. И мелкие вон там, видишь, кренги стоят. Красавчик Лео. Так, и вот этого, пожалуйста. Давай, кожеголовый, у тебя две атаки. Все. Ну и сам, друзья мои, Шреддер. Конечно же. А Болтус этот сейчас выйдет. Такой деловой, там смеется, ржет. Типа захватил шестой канал. Ай, сосунок. Давай сразу звезданем по нему. У, Донни, это что-то, это что такое? Ну давай, Лео. Ой, Усаги. По красоте и добивочный. Вот и все. Вот и все, ребята. Никаких проблем, абсолютно я не вижу. Так, серия испытаний у нас пройдена. Значит, дальше мы продвигаемся на бои. Да, мы будем сейчас проходить в ускоренном виде поединки. Так, и прокачиваем мы, насколько я помню, Рафаэля, да? Ролевого. Для того, чтобы прокачать ему до четвертой ступени не сегодня, надо 10 ножей для пиццы найти. Так, один есть. Второй. На третий. Упс, упс, тихо. Три ножа только нашел. Так, четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый и последний нож. И десятый, все, ребят. И надо будет еще найти 14 кошек. Но это уже в следующей серии найдем. Сегодня будет только черепашки, ребята. Потому что я с работы. Вот сейчас время 10:30 дня. Сейчас сыграю серию и отдыхать буду. На боковую пойду. Но зато сегодня будет крайняя в ночь. И потом будут выходные у меня. Так, поднять у меня персонажа я пока не буду. Потому что, ну, у меня мутагена элементарно нету. И в испытаниях мы... Ну давай пробежимся, фиг с ним. Сколько у нас там? 225 жетонов. 225 жетонов. Нам нужно 720. Копить не перенакопить нам. Я тебе так скажу. Ну, быстро не будет получаться в любом случае. Как бы я ни старался. Блин, залипаю, жесть какая-то, ребят. Глаза болят, трындец. Так, ну что там, 314, да? 329. Ну, хотя бы 450 набить уже было бы неплохо. Было бы уже неплохо. Я думаю, что 450 мы набьем. Даже чуть больше будет у нас. Наверное, даже около 500 получается, да? Ага. Так, и последний. 509. 509 жетонов, я считаю, что это очень даже неплохой результат, ребята. И нам еще надо будет сколько? 200. 210 жетончиков набить. Это буквально в следующую серию мы уже набьем. Ну что, побежали тогда. В магазине нам делать нечего. Побежали тогда на турнирную арену. Ну а что делать? Как ты видишь, я в Лиге Сегунов нахожусь. Ранг у меня 54. Нам нужно подниматься по рангу обязательно. Так, 61-й. Я думаю, здесь возьму, наверное, одного Армагона. Или нет. Подожди, давай сделаем немножко по-другому. Я возьму, наверное, Шархана плюс Шреддера. Шархан плюс Шреддер. И с ними пойдет... Блин, а хватит ли мне... Хватит ли мне запинать их? Вот что я сейчас задумался.
Ну, Шархан и Шреддер, они сделают массовые атаки. Блин, не погорячился ли я? Вот в чем беда-то. Слушай, ну минус двоечка. Так, это снимает дебафы. Ну, естественно, на кого же они еще могут пойти? Так, только... Фу, я уже думал, сейчас он будет этот, проникающий делать, но нет. Благо, нам повезло. Так, Эйприл. Это что такое было, эй? Я вот не знаю, может быть, нам хильнуться лучше? Давай я, наверное, сделаю хил. Потому что все равно от него, наверное, толку будет мало здесь. Так, а вот пиццелицей... Блин, видишь, он защиту повесил на них. Все, я теперь не могу их пробить. Надо майки ушатывать. Или Шреддера. Нет, наверное, Шреддера. Потому что майки фиксим, а Шреддер может хильнуть. Блин, у меня по инициативе дело дрянь. Он же проникающий сделает. Вот 100% он сделает проникающий пиццелицему. Хильнуть или бомбануть его? Ладно, я попробую бомбануть. Вот я чё, я о чем. О, всю. Ребята, нам повезло. Нам крупно повезло, что он стал бить не пиццелицего, а Шархана. То есть Шархан по уровню очень сильный. У него все-таки 70-й. И он выдержал. Пиццелицы, я думаю, наверное, упал бы все-таки. Ух, повезло нам. Так, ну что, тогда едем дальше. И... давай попробуем найти 15-21. Во, 16-21. Устраивает меня вполне здесь. Я думаю, достаточно будет одного Армагона. И к нему приплюсовываем вот этих вот наших слабых персонажей. Такие вдвоем, они бегут даже одинаково. Смотри, смотри. Вот эти, Лео и Майки. Так, ну что, волнучка достаточно будет? Или они посопротивляются еще? Нет. Без сопротивления, просто взяли и сдались. Ну, мне даже так лучше. Так, бежим дальше. Блин, я еще все внутри звезды не могу попасть, прикинь. Что уже говорить про мастеров. Так, 16-21. Я думаю, что возьму, наверное, здесь Кренга. Одного Кренга возьму. И раз, два, три, четыре. Ну, он так же, как и Супер Шреддер. Так же, как, например, Армагон. С одной плюхи должен их вынести, по идее. Все, никаких проблем. Тогда можно даже взять Бакстера на следующую волну. Так, ну что, Лига Мастеров. Ой, Лига Сёгунов 3 звезды, я так понимаю, уже будет после вот этого поединка. Так что давай-ка мы не оплошаем. Так, соточка у нас на Бакстера. Вот единственное, что мне не нравится, у них, видишь, уже 60-й, 61-й уровень. Мне нужно все-таки взять перестраховку в виде... давай в виде, наверное, паукуса возьму, если что, паутинка, да? С возможностью ослепить противника. Отлично. Так, и теперь волна. Все. Вот так еще можно, ребята, брать сильного персонажа и менее сильного персонажа. И тогда будет все, как говорится, хорошо. И мы переходим на Лигу Сёгунов 3 звезды. Сегодня будет дойти до мастера. Кстати, смотри, у меня 44 отката. Нормально я накопил. Но все равно этого еще мало. Так, Рафаэль, Майки и Донни. Я думаю, что мы, наверное, сделаем вот так вот. Возьмем Рафаэля. И... так, массовиков, затейников, ну, у него хватает, да? Я, значит, возьму Рафаэля. Острозуба. Рафаэля и... ну, давай я возьму вот этого Майки. Естественно, Рафаэль сразу же встает в стойку. Так, вначале ударим. Это что за удар такой? Я ему качаю этот суперудар, а он вообще ни о чем. Давай тогда белочку вызовем. По-моему, белочки намного больше отнимать. Тебе так не показалось? А, так он 70 уровня, правильно? Что я тут?
Чему я тут удивляюсь? 70 уровень с белочки, правильно он? И шпарит, как полагается. Так, давай не волну только. Разберись с ним. Нормально. Так, мне надо... Давай попробуем ушатать Дони. Почему у него такой удар вот этот плечом слабый? Я не понимаю, ребят. Почему такой слабый удар? Давай ушатывай его. Да ну нафиг, ты серьезно что ли? Ну а так если... Ну хотя бы заблокировали, уже хорошо. Все, друзья, все. У нас хорошо получается. Никто у нас не упал, но поединок был такой затяжной. И мы получаем 82 место. 82 место. Ну что, я, наверное, возьму вот эту команду. Так, Майки плюс Дони. А, тут 59-й, 60-й уровень, да? 59-й, 60-й. То есть нам надо взять... Раз. Два. Блин, я не хочу муху брать. Давай возьмем вот так вот. Интересно, поможет ли нам уклонение от Микеланджело для нашей команды? Будем смотреть. Я знаю, что сейчас Сплинтер будет еще бафаться. О, еще и Майки. Вот думай, что делать. Или защиту ставить? Не, давай, наверное, сюрикена все-таки бросим. Ага, нормально. Прописунчик хороший был. Так, ну давай тогда Рокс одевалим. Так, Масуха, нет? Ага, никакой Масухи у него не вышло. Минус. И... ну-ка, соплей зеленый. Что такое было? Он даже не... Он не то, что не попал, он даже никак не среагировал. Просто стоял тупо. И не почувствовал даже никакой сопли, которую я бросил. А бросил я все-таки токсичный сгусток. Так, ну что же тогда у нас идет? О, 16-22 уже есть. Здесь я возьму, наверное, кожеголового. Одного. Этого будет более чем, наверное, достаточно. Но если этого не будет достаточно, ребят, то полетят клочки по закоулочкам. Блин, этот фонарь светит в глаз, не могу прям так его убрать. Тихо-тихо, бро, тихо. Есть. Немножко напрекся, я думал, сейчас если мы его не подобьем, он сделает крученый. Не от этого крученого могли бы упасть. Так, ну что, 53-е место у нас. И... нет, давай вот 16-22, ведь было. Было 16-22, вот. Но здесь надо быть на стороже, потому что здесь Карайка, а у нее инициатива офигенная. Так что возьмем, наверное, вот этих двух птенчиков. Раз, два, три. Я надеюсь, они выдержат удар, потому что Карайка будет ходить, ну... По счету она должна идти третьей. После моего зэка. И после моих... да. Но тут уже, наверное, никто не встанет. Сейчас просто прилетит им плюха. Все. У них не было шансов на выживание, скажем так. Блин, что-то пить захотелось. Пить, ребята, мне захотелось. А пить мы будем сегодня витамины. Витамины для нашего... севера. Витаминов у нас не хватает, поэтому... где у меня водичка-то? Поэтому надо их употреблять отдельно. Так, ну что у нас там? 16-22, да? Наверное, возьму вот эту вот командочку и... Лео... Так, Вань, подожди. Не надо пока сюда лезть. Слушай, ну пока, наверное, одного Леонардо и достаточно будет здесь. Раз, два, три, четыре. Он же ведь должен справиться, по идее, у меня с этими. Ать, хорошо. Сейчас растворится и будет все the best. Опа. Ну что, давай проверим, достаточно ли будет крученого или нет. Все запущено, ребята. Вот это вот, вот это была, наверное, роковая моя ошибка. Сейчас начнется раз... он еще и хильнул. Ё-моё. Воу-воу-воу. Погорячился я все-таки. Да, доверил Лео команду, а он взял и сфейлил их к чертовой бабушке.
Да, тут все, тут нас сейчас уничтожат. На одном Леонардо я далеко не уеду. Даже если я тут буду хилять, хоть тут захиляйся. Надо валить его. Ха, ну что ты сделаешь? Ну 56 уровень, ну смех. Брать провокацию. Не вижу смысла, ребят. Хильнуть. Наверное, это тоже не спасет команду. Щиты повесил, и все, ребят. И все из-за щитов. Я не могу пробить. А он сейчас уничтожит. Так нелепо это выглядит все. У-у-у. До свидания, команда. Вообще, ну хотя бы одного ушатали. В общем, делаем вывод, что Донателло не ой, Леонардо не справляется, ребята, с бойцами, которые приближенные к 67 уровню. Ну, почти 70-й. Они не утягивают. Это еще и нам повезло. Крупно. Крупно повезло, что мы выиграли здесь. Ну, как выиграли? Выжили. Ой, ух, благодать. Так, смачно. Хорошо. Давай возьмем, наверное, вот эту команду. Ну, теперь мы уже дурковать не будем. Возьмем Усаги. И здесь для перестраховки я возьму, наверное, еще Железноголового. Слушай, Железноголовый, а он не подведет ли меня, как в прошлые разы? Помнишь, мы взяли с тобой Железноголового, а он сходил чуть не самым последним. Но я думаю, что Усаги здесь будет нормально себя чувствовать. Да, должен. О, как он красиво сейчас поступил. Ты посмотри, он на всех повесил постепенный урон. Шикарно. Ну да. Все здесь получилось как нельзя хорошо, как нельзя лучше даже. И мы попадаем. Блин, да ладно, что, вы хотите сказать, что еще два поединка надо? Я уже думал, что мы с тобой одной ногой уже туда, в Лиге Мастеров, но нет. Не хотят меня туда пропускать. Ладно, Шредер, давай устроим карнавальную ночку. Я надеюсь, у тебя все нормально получится. Даже не сомневайся, да? Прекрасно. Просто идеально. Ну что же, тогда мы... Нет. Нам не хватало всего 4 каких-то вшименьких кубка, чтобы перелететь. Так, давай-ка мы обновим, потому что я не хочу с этими охламонами здесь драться. А вот с этой командой уже можно будет размяться. Так, берем Ванюшу. Ванюша. И, наверное, с ним пойдет вместе Слэш. Раз, два, три. Ванька Слэш, но, по-моему, у Слэша инициатива по сравнению с кроликами очень сильно отстает. Наоборот? Наоборот, Ванька отстает от Слэша. Что-то я всегда считал, что Слэш медленнее. Значит, я был неправ. Ну вот и Лига Мастеров. Так, ну что, ребят, 91-я позиция. Возьмем, наверное, вот этих вот, 64-й, 67-й уровней. Возьму Макмана и Джастина. Макмана и Джастина. Я вот просто думаю, Джастин же такой медлительный, да? Такой медлительный. Может быть, лучше... Ладно, давай сделаем так. Не пожалею, надеюсь, я бы в своем выборе. Крис Брэдфорд не имеет массовых атак. Ну-ка.
Всего одного уронил. Так, кто у нас там по инициативе быстрее? Криса Брэдфорда вырубаем. Отлично. Так, дальше пробуем вырубить здесь. Нифига. Тихо, подожди, 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 подожди. Вот это вот. И... получится? Еее, Донни, красота. Я немножко даже напрягся. Я думал, сейчас спылимся, но нет. У нас получилось, ребят. 78 место. Так. Вот смотри. 16-22, да, кубков? А посмотри уровень. 73 или, извини меня, 64-66. Конечно, я возьму, где поменьше. Они наивные такие, они думают, что я пойду туда, где у них за 70 уже. Ага, нет уж, перебьемся. Так, провокацию, наверное, нужно брать здесь. Так, замедляшка будет работать? 50-50, да, получается. Шарики. А мог бы дебаф снять, кстати. И слэш у нас имеет масуху, надо его рубить, пока не поздно. А дальше ракеты полетели. Ух. Что ты, что ты, что ты, что ты тут... А, у тебя масуха, на. Нормально. Получилось великолепненько. Ну, какое место у нас? 65-е. Хм? 65-е, и теперь, вот теперь, теперь нам надо брать таких, как Армагон. Я имею в виду по откату. И... остальных можно хоть кого. Ну, давай Леонардо возьмем. Раз, два, три. Тут получается не очень много поединков, конечно. Наверное, один-два еще максимум. Ну, давай, поехали. Валуна не хватит вот этого им. Не должно, ребят, хватить, видишь. Поэтому Леонардо здесь как добивающий будет у нас. Хотя на добивку мы обычно берем, ну... не такого сильного персонажа, а у нас других нету. 70-ки все отыгрались уже. Так, 52 место. И, наверное, последний поединок, да, получается у нас. Армагон плюс Крэнк. Раз, два, три. Там у нас все отыграны. Раз, два, три. Раз, два. Слушай, ну можно, можно еще сделать два поединка, не считая вот этого. Но в Лигу Мастеров 2 звезды мы не попадем. Хотелось бы, но не выйдет. Элементарно не хватит у нас буквально, наверное, два поединка. Угу. По-другому и быть не могло. Когда, извини меня, у нас два самых крутых бойца в команде, плачевного результата никогда не будет. Никогда, ребят, не будет. Тем более, когда они очень скоростные и не дают противнику даже, как говорится, что-то там сделать. Ну вот, считай, еще, да, плюс где-то 10 ступенек в среднем. И еще там один поединок на 10 ступенек. Нет, в Лигу Мастеров не попадем. Три звезды, ой, в две звезды. Но я думаю, что завтра, завтра уже можно будет все это добить. Хотя, опять же, вряд ли. Даже если мы с тобой добьем, даже если мы добьем, все равно нам надо будет все равно потом они нас скинут, и нам надо будет обратно забираться. Нет, давай 17-23. Получается, это у нас на сегодня последний поединок, да? Вот начинает, вот начинается у него. Вот начинаешь ныть, и сразу все нормально становится. Раз, два, три. Слушай, ну крысиный король, ребята, вот я так посмотрел. Если у него действительно раскачать удар крыс, вот этот вот массовая атака, которая идет, то очень даже неплохо было бы. А, наверное, я имею в виду, именно по массовой атаке было бы очень даже неплохо от крысиного короля. Вжарил он, будь здоров.
Ну все, мы с ареной закончили. Посмотрим, сколько мы заработали мутагена и какое мы место займем. Действительно, нам не хватит, наверное. Ну да, поединка, может быть, двух. И все. Куда ты лезешь-то? Куда ты, Рей, полез? Так, мутаген у нас сколько? Я не вижу мутаген. Так, где наш... Где наш... Куда они делись-то? Подожди, что-то не понял. А, вот они. Ну что, 96 уровень они получили. И забираем здесь награды. Так, у нас еще очень много пиццы. Поэтому предлагаю, ребята, дальше на Рафаэльчика искать кружки. Просто потратить все на... всю пиццу на кружки. Так, это получается 2, 3, 4, 5. И все. И кружки закончились на этом. Так, 6, 7. 6, 7, 8. 9. Не сейчас. Ну, 9 кружек это тоже, ребят, неплохо. Останется всего лишь 5 найти, и мы прокачаем до 4 ступени. Так, и вроде бы как все. Больше мы здесь сегодня сделать ничего не сможем. Так, сегодня пятница, сегодня, ребята, вот, не пропустите. У кого нет усаги, фармите, и будет вам счастье. А на этом я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр, и до новых скорых видосиков.